здесь у нас перекрыта дорога. А там в поле какой-то лагерь, что ли, Лёш? Ну вот, все, в пыли ничего не видно. А пруд куда-то в сторону границы. Вот она, ихняя колонна, поднимается на пруд. Съемка с трассы. Да их там, ты глянь, сколько уже прошло. Только при нас уже. При нас уже штук 40. Да я ж близко уже сняла. Нет, это я уже на дальнем. Так, вот с дороги начали выезжать солдатня. Если бы на YouTube это кино. Что происходит, никто ничего не знает. Фонтанчик у нас с не нашим флагом. А вот едет большая, огромная гаубица. Вот такая. И следом еще одна. Если раньше техника шла ночами, то теперь она уже идет у нас днями. Это гаубицы у нас едут туда же, куда поехали танки. Ну, примерно туда же, в сторону границы. Такие мирные будни. Ну, похоже, этому нет конца и края.